Друзья, всем привет! Едем на авторынок «Зеленый угол» посмотреть несколько автомобилей, скинули. Заодно уже как бы вошло в традицию, да? Каждый месяц, каждое начало месяца у нас идут цены. То есть идет авторынок «Зеленый угол», новинки авторынка, идут цены. Короче говоря, ходим, снимаем видео. Сегодня снимем большое видео, захватим большое количество автомобилей, возьмем автомобили всех классов, от недорогих. Ну и, естественно, до дорогих. Вот, поэтому давайте не забываем подписываться на канал, не забываем нас поддерживать, делиться видео, писать комментарии, ну и, конечно же, подписываться. Вот, а завтра выйдет видео про седаны. То есть сегодня все автомобили возьмем, все подряд, просто цены позалазим, пооткрываем, посмотрим их. А завтра сделаем прям отдельную тему. На седан. Вот, поэтому присаживайтесь поудобнее, пальцы вверх и поехали, начинаем. Начнем, друзья, мы сегодня с вами с очень хорошего автомобиля, реально хороший, клевый, надежный автомобиль. Это у нас Toyota Aqua. Данный автомобиль попал к нам на проверку. Автомобиль уже проверен, ну, я думаю, он будет рекомендован к покупке. То есть аукцион 4 балла, пробег 89 тысяч. Это, кстати, полноценный гибрид. Видели то, что сейчас автомобиль, он сам завелся. Осталось только открыть аукционный лист. Если все совпадает, я думаю, данный автомобиль его купят. По батарейке здесь все отлично. Итак, цена 659 тысяч. Автомобиль 2017 года. Комплектация S, гибрид. Аукцион 4 балла. Родной пробег. Вот видите, лежит аукционный лист. Датчик при столкновении, туманки. Естественно, это уже идет рестайл. Штатных литых дисков нету. Есть просто штатные колпаки. Летняя резина. Ну, в принципе, летняя резина неплохая. Повторители. Какие-то японские непонятные надписи. Хром ручки, полноценный гибрид, хэтчбэк за 659 тысяч рублей. Немного покажу по салону и пойдем дальше. Сегодня, напоминаю, у нас небольшой, но полноценный такой обзорчик цен автомобилей, представленных на авторынке. На авторынке «Зеленый угол». Видите, сканер недавно отключили. Что тут вам показать? Рулит обычный, пластиковый, управление дисплеем. Мультируль на данном автомобиле, он работает. Потолок слегка грязный, но автомобиль не подготовленный. Климат-контроль. Камера заднего вида на автомобиле есть. Вот он, датчик при столкновении. В подарок идет Экоша, датчик движения по полосе. Пробег на одометре 89 тысяч километров. Отключение режимов, отключение систем. Итак, выходим из данного автомобиля. Еще раз показываю вам внешний вид. Кстати, вот Aqua. Ну, это один из тех автомобилей, которые можно взять свежий год. Ну и в хорошем состоянии. Еще и гибрид. 17-й год, S-комплектация, 659 тысяч. Ну, давайте немного просто пройдемся по ценам, да, потому что у нас получается уже такой идет, как мини-обзорчик. Итак, Forester 14-й год, 1 137 000. Еще один X-Trail 16-й год, 1 350 000. Машинка уже идет поменьше, это уже идет Nissan Note, 515 тысяч рублей. Prius в вишневом цвете 14-й год, 1 795 000 рублей стоит этот автомобиль. Есть у нас Ractis 16-й год, 1 635 000 рублей. Интересно, Subaric 16-й год, мотор 1 695 000 рублей. Интересный автомобиль, интересная цена. Шаттл, неплохая комплектация, 4 ВД, 755 тысяч рублей. Грейс 780 тысяч рублей. И вот сзади спрятался Хаслер. Но это не Хаслер, это Мазда. Это полностью одинаковые автомобили. Mazda Flyer, по-моему, называется. 16-й год, 440 тысяч рублей. То есть пугаться этого не надо. Есть как Бего, Daihatsu Бего, да, есть Toyota Rush. Автомобили это одинаковые. Да, Mazda Flyer кроссовер в черном цвете. Ну, тот же самый, ребят, Hustler. 440 тысяч рублей. Следующий автомобиль, это Toyota Esquire. Видите, снимаем все с руки, с ноги, не успели машину проверить, пошли снимать. Интересный автомобиль, сейчас полазим немного по салону. Как видите, шилдик гибрид,
Интересный цвет. Со слов продавца, аукционный лист настоящий, родной. Родной. Так, давайте мы сканер, наверное, положим наш. Положили, а то неудобно. Родной пробег, родной аукционный лист. Сейчас, кому будет интересно, можете зайти, не зайти, да, остановить видео, я вам покажу аукционный лист и посмотреть его по статистике пробить. Итак, это Esquire, это полноценный микроавтобус. Три ряда сидений, метла, камера заднего вида есть. Видите, Esquire. Он на штатных тойотовских литых дисках, на хорошей летней резине. Кузов визуально смотришь. Ну, таких там видимых повреждений нету, да? Ну, в принципе, просматривается то, что, я думаю, он в родной краске. Еще аукционный лист не видел. Крышка, давайте сразу с багажника начнем, да? Откроется? Откроется, отлично. Итак, третий ряд сидений у нас крепится с вами по бокам. Видите, да? Подголовник прячется здесь. Здесь у нас, ну, вот такого плана ниша. Там у нас домкрат, там у нас аккумуляторная батарея. Садиться я туда не буду, но в принципе, вот надо сидушечку немножко почистить. Вот. А место, ну, я думаю, будет нормально. Плюс можно, мы сейчас пойдем с вами на второй ряд сидений. Я думаю, вот эти сидушки, второй ряд сидений, они слишком далеко отодвинуты назад. Подвинуть их немного вперед. И третий ряд сидений комфортно можно будет разместиться, не знаю, там для дальних поездок. Да, слишком далековато они отодвинуты. Их можно... Так, один у него. Ладно, не будем разбираться. Их можно подвинуть. Здесь два капитанских кресла. Они сейчас смещены друг к другу. Если мы их немножко как бы разведем, да, то у нас с вами будет столик. Здесь вот такого плана лежит ковер. Не знаю, родной это, не родной. Но он здесь уже лежит по месту. Второй ряд сидений. Ребят, ну, это микроавтобус, это не минивэн, это микроавтобус. А места в таких автомобилях очень много. И по переднему ряду сидений, и по второму ряду сидений. Дверная карта, кожаная вставка, встроенные шторочки вот такого плана. Электро есть? Нету? Нет, комплектация, ну, такая. Хотя, может, электро отключена, сейчас пойдем посмотрим. Удобный поручень, выйти. Может, есть электро, а может, нет. Да, ребят, электро есть, она просто отключена. Вот она, сама кнопка. Итак, значит, в чем... Даже не знаю, как это назвать, да, не то, что достопримечательность данного автомобиля. Смотрите, вот все привыкли, да, Гибриды какие-то маленькие автомобили. Ребята, это гибрид. Представляете, посадите сюда свою семью, не знаю, 8 человек, да, и вы будете ехать, и у вас поршневая группа на автомобиле работать не будет. То есть вы будете ехать на батарее. Представляете, какая-то экономия? Особенно по пробкам. Пробег на данном автомобиле 159 тысяч. Аукционный лист 3,5 балла. Ну, кузовщина, да, там есть вот эти вот косочки, косяки. 159 тысяч пробег. Стоит автомобиль 1 миллион 49 тысяч рублей. Автомобиль 2015 года. Гибрид. Как сказал продавец, самый дешевый автомобиль. Смотрите, сейчас двигатель не работает, но автомобиль у нас заведенный. Мультируль работает. Очечница, подсветочка, потолок, вторая печка, подлокотник, столик, подогревы сидений, подстаканник, прикуриватель, электродверь, автоматические стеклоподъемники. Все есть. Пробег 159 тысяч. Климат-контроль работает. Стоимость автомобиля 15 год 1 миллион 49 тысяч рублей. Посмотрите еще немного внешний вид. Ну, резина вот такая, как бы, не ахти. Зато честный автомобиль, ну, я не пробивал его по статистике, кому интересно, поищите, посмотрите. 1 миллион 49 тысяч, двигатель 1,8. Дальше, значит, сегодня мы что-то как-то с вами решили пройти по гибридам. Был микроавтобус гибрид, сейчас у нас кроссовер Nissan X-Trail. В хорошей комплектации, X-Trimmer, 4WD, датчики, рейлинги, тоже штатные литые диски, сонары установлены, накладки по бамперам. Черный шикарный цвет. Итак, 15-й год, 4WD, комплектация X-Trimmer, литье, ветровики, спойлер, туманки, гибрид, аукцион, 4 балла, пробег, ребят, 73 тысячи километров, 1 миллион 387 тысяч стоит данный автомобиль. По бокам у нас идет такая обводка, идет хромированная, ну и рейлинги.
они тоже идут светлого цвета. Хром ручки. И по бочине у нас идет тоже, идут накладки и идут брызговики. Есть автомобили такого же плана, да, но без всего этого. И поверьте, смотрятся они как-то победнее. Сзади у нас 4 сонара, задняя дверь идет у нас пластиковая, дворник. Ну, автомобиль 4 ВД, нужно обязательно заглядывать под низ. Смотрите, несмотря на пробег, хотя, ребят, 70, сколько там сказал, 3000, да, это только начало жизни для японского. Для японского автомобиля. Единственное, у Ниссанов нужно уделять внимание вариаторам, смотреть у них вариаторы. Давайте заглянем, наверное, под капотное пространство. Опять же, что касается продавцов, да, без проблем, дали ключи, вот, пожалуйста, смотри автомобиль, двигайте, поэтому не надо ругаться, обзываться, если вы сидите где-то, я не знаю, за 5000 километров от авторынка «Зеленый угол», говорит то, о чем вы не знаете. Подкапотное пространство тоже в очень хорошем состоянии, реально все блестит, сам инвертор, гибрид, пур драйв, да. Ладно, пойдемте посмотрим по салончику его. Именно автомобиль в гибридном исполнении. Вот вижу, лежит аукционный лист. Смотрите, я аукционный лист этот не пробиваю, но уверяют, что он идет настоящий. Итак, кнопка старт. В гибриде, естественно, здесь сделано немного все по-другому. Вот автомобиль завелся, сам автомобильчик у нас. Работа гибридной установки 73 тысячи. До заправки у нас с вами 188 километров. Бензина в автомобиле очень мало. Электростеклоподъемник, зеркала складываются. Как-то мало места. Руль идет у нас кожаный, штатный монитор. Так, тетя, потише, пожалуйста. Штатный монитор, два подстаканника, режим авто. У нас он дублируется, сюда загорается режим, идет лок. Есть подогревы сидений, есть помощь при спуске с горы. Есть у нас бардачок, в бардачке есть прикуриватель. Вот сюда тоже что-то можно зацепить. Так, надо сделать нам потише. Вот, там выведен у нас USB. Вот здесь тоже что-то мы можем с вами туда засунуть. Пойдемте посмотрим на багажное отделение. Кстати, сиденье можно отрегулировать по высоте, можно его поднять, да. Второй ряд сидений. Про X-Trail я уже говорил, мне очень нравится, что у них пол без ворса. У меня был 31-й, 30-й X-Trail. Вот, очень удобно убираться в автомобиле. Не надо пылесосить, не знаю, там тряпочка протер, и все отлично. Два подстаканника, подголовники по месту. Да, нормально здесь место, ребят, это кроссовер, поэтому там рекламировать место я здесь не буду. Здесь вот такого плана два сетчатых кармана, ну и дверная карта тоже под кожу сделана, под кожей, это кожа, да, прошитая строчка. Здесь у нас есть подстаканник, бутылочница, ну, кто как, все по-разному называют. Давайте сложим задние сиденья, они у нас, естественно, складываются, ну, практически получается ровный пол. Делается, складывается все очень элементарно просто. Ну и посмотрим само багажное отделение. Напоминаю, дверь уже идет здесь пластиковая. Здесь она еще в каком-то бедственном состоянии. Пленка. Второй пол, да. Батарея вон там у нас спряталась. Запаска. Банан, шов, герметик. Все идет заводское. Ну и неплохое состояние багажного отделения. Есть комплектация, где идет электродверь. Ну, вообще, со стороны смотрю на данный автомобиль, тоже вопросов у меня не вызывает. Единственное, ну, черный цвет, это не мое. Лобовое стекло идет родное. Итак, 15-й год, экстример комплектация, 4 балла, 1 миллион 387 тысяч стоит этот автомобиль. Вот у нас есть немного кей-каров. Так, ну, ценников почему-то здесь нет. Ладно, Nissan DS 2018 год, 4 ВД. Просто посмотрим по наличию автомобилей. Turbo N-Wagon, 64 лошадиные силы, 15 год, самая лучшая комплектация, 475 тысяч рублей. Задние части автомобилей. Еще одна хондочка, но цены здесь нету. Мира стоит. Миру я, по-моему, уже как-то снимал. 17-й год, 370 тысяч рублей.
Toyota Probox Succeed, одинаковые автомобили, 1,5 литра, 15 год, 585 тысяч рублей. Минивэн идет, смотрите, вот опять же, да, понятие минивэн, микроавтобус. Вот перед нами стоит минивэн, это Toyota Isis, комплектация платана. Допустим, чем отличается платана и не платана? Платана, она идет, бампер у него другой, сзади по-другому идут обвесы. Идут обвесы, если это не платановская комплектация, то этого там нету. Итак, 1,8, 855 тысяч рублей, а вот, ребят, уже стоит полноценный микроавтобус. Но опять же, микроавтобусы есть грузовые, есть грузопассажирские, есть пассажирские микроавтобусы. Есть пассажирские микроавтобусы. Я к чему веду? Сбился, отвлекли меня. Короче говоря, я к чему веду, да? Не надо путать, то есть не надо микроавтобусы называть минивэнами. Вот стоит минивэн, вот стоит микроавтобус, вот стоит еще один минивэн. Кстати, еще один Toyota Isis, комплектация платана, 755 тысяч рублей. Данный автобус 13-й год, двухлитровый, 4 ВД, 1 миллион 85 тысяч рублей стоит он. Смотрите, нашли вот тоже Акву в интересном цвете, 15-й год, пробег 70 тысяч, цена 655. Все бьется по статистике, прорывается, да? Ну, ребят, давайте так, кому интересно, вот вам номер кузова, смотрите, останавливайте, пробивайте, пишите комментарии. Вот салон. Такой вставкой с коричневой идет. В принципе, передняя часть автомобиля в хорошем состоянии. Растаможен автомобиль 25 числа. Интересный цвет, то есть на дороге вас заметят. Он на без литья, гудьеровская резина, летняя резина, лобовое стекло родное. Вот, ну, говорю, прям достойно со стороны смотрится. А вот еще стоит один интересный кейкарчик. Кстати, по-моему, где-то он уже у нас мелькал. 485 тысяч. Это N-Box, 14 год, 0,7, 58 сил, 485. Toyota Harrier. Ну, знаете, тоже кроссовером не могу данный автомобиль назвать, потому что какой-то он низенький. Это у нас гибридная версия. У гибридной версии, соответственно, мотор идет 2,5. У негибридов идет 2-литровый мотор. Еще один X-Trail, 1 миллион 210 тысяч рублей. Сирена, Nissan Сирена, 15 год, 2 литра, 4 ВД, 946 тысяч рублей. И еще один у нас Voxy, 15 год, 2 литра, 4 ВД, керамик, комплектация. Но цена не указана на автомобиле, к сожалению. Выйдем с вами с авторынка на центральную дорогу показать. Ну, не то, что показать, да, немного сменим дислокацию. Были с вами вот на вот этой стоянке. Сейчас пойдем, наверное, спустимся вниз. Есть еще пару машин посмотреть на рынке. Не знаю, где они находятся. В общем, сменим стоянку и поснимаем немного на другой стоянке. Как видите, места все вдоль дороги практически заняты. То есть есть люди. На авторынке люди есть. Honda, кстати, как видите, сменили стоянку. Было солнце, подул уже ветер. Honda Insight есть в статистике. Передний привод, 10-й год, 1,3. Цена, сейчас узнаем, сколько он стоит. Сказали, везде есть, не везде есть. Но зато он у нас открытый, он идет со светлым салоном. Полки здесь нету. Вот такая вот такого плана ниша. Друг тут к нам какой-то идет. Даже два друга спускаются. Они не кусаются? Ну ладно. Я знаю, что они живут не там, а вот на той стоянке. Это не местные были. Дальше, кстати, в инсайте у нас можно сложить сидушки вот таким вот. Вот так вот. Короче говоря, сделать. Ну, салон чистый, салон светлый. Вот хорошее состояние салона. Кожаный руль. Газетку здесь подстелили, здесь торпеда сделана, она, знаете, под такую вот, как бы, под синевую. Здесь идет черная вставка, дальше тоже идет синяя. Лобовое стекло, она идет целое, родное, ну, обычный мультируль. Цена какая у него? 25. А, да, я просто не увидел, где тут написано? Там не написано. Стоит автомобиль 595 тысяч рублей. Следующий идет Toyota Corolla Fielder, 16-й год, не гибрид. Он передний привод или 4 ВД? Это передний привод, сзади ВД.
Передний привод 740 тысяч рублей, 1,5 литра. Вот за ним спрятался такой же, только уже идет 4WD. Ну, давайте начнем с него. 4WD без туманок, зимняя резина, лобовое стекло родное, хорошая комплектация. Есть датчик предстолкновения, 17-й год, 750. Сколько пробег? 83 тысячи, 750 тысяч рублей. Он у нас открытый, темный салон, но здесь у нас идет много пластика идет, много. А есть даже аукционный лист, замена задней двери 4 балла, пробег 83 тысячи. А, и замена переднего крыла, и покраска переднего левого крыла с капотом. Вот, ну, как бы зато никто ничего не скрывает. Относительно недорогая цена, Вот, пожалуйста, для нас разложили. Вот таким вот, так раскладывается у нас багажное отделение. Вот, но тут открывать не будем. Стоит Honda Fit. Fit серый цвет, 16 год. Это простой у нас идет, 1,3. 595 тысяч. Ну, как простой, мордочка у него симпатичная. В смысле фары идут, линзы, туманок нет. Летняя резина, без литья. Ну и цена 595 тысяч. Есть интересный автомобиль, давненько они не попадались, это Toyota East, да, год слабенький, год идет 11-й, полторашка, 685 тысяч рублей стоит он, тоже у нас открытый, но как бы не знаю, 685 тысяч, кто готов выложить? Аукционный лист 4 балла, пробег 100 тысяч, кузов целый. На автомобиле, да, здесь у нас идет два подстаканника, вариатор, климат-контроль, как бы интересно, вот такого ничего больше нет. Ну, само багажное отделение, здесь полочка, если честно, неудобная. Ой, какая неудобная. Здесь как-то у нас трансформация, непонятно. Там у нас на защелочках. Не знаю, что тут можно возить. А, ну и задняя часть автомобиля. Кстати, у него штатные литые диски, хорошая летняя резина. 2011 год, 1,5 литра. Стоит он, еще раз напоминаю, 685 тысяч. Subaru Impreza, комплектация идет, объем двигателя идет 2 литра, автомобиль немножко уронили в цене, стоил он 805 тысяч рублей, а сейчас написано 790, 16 год, 2 литра 4WD, но возможно, еще, конечно, есть какой-нибудь торг, у него туманочки, что интересно, туманки, штатные литые диски, летняя резина, повторители, ну, комплектация не богатая, без ключевого доступа нет, зато есть, ребят, цена Impreza. А, сзади у нас здесь нету даже как бы тонировочки, тоже нету, да, но покупаем у не автомобиль, это все можно сделать. Сзади метла, дополнительный стоп-сигнал, такой хэтчбэк, багажное отделение без царапин, нет запаски, ремкомплект 4WD, автомобиль, полочку вот так вот повесили, бесполезная вещь в данном автомобиле. Закрыл я багажник или не закрыл? Закрыл. Бесполезная вещь. Вот, ну, в принципе, как чем-то напоминает Forester, чем-то напоминает на XV. Приходится немножко отвлекаться на звонки, подголовники. Что тут еще есть? Кармашек. Вот здесь кто-то что-то покоцал там. Дальше, значит, перемещаемся на место водителя. Здесь идет тканевая вставка, кожаная вставочка, автоматические электростеклоподъемники. Сиденье в порядке. Вариатор, подлокотник, там прикуриватель, здесь подстаканники у нас прячутся. Кстати, там два подстаканника, здесь у нас USB порты, прикуриватель. Ну, говорю, все как в XV, все как в Форике. Магнитофон обычно стоит 2 диновские, можно поставить. Даже, вот знаете, ну, торпеда, бортовой компьютер, все идет одинаково. Кожаный руль, управление
SI, управление круизом, место в автомобиле, в принципе, нормально. Говорю, блин, тепло было. Сейчас вот аж с машины не хочется выходить. Ветер подул какой-то холодный, завтра еще и дождь обещают. Итак, ладно, значит, это у нас Импреза, объем двигателя 2 литра, 16 год, 4 ВД, 790 тысяч рублей. Рядом стоит Honda Fit, не гибрид, 16 год, комплектация L, 615 тысяч. Вот можно взять для сравнения еще один Fit. Но это уже, ребят, идет, это 1.3, 595 тысяч рублей. Там, кстати, тоже стоит 1.3 за 595 тысяч рублей. Это у нас Prius Alpha, 15-й год, пробег 61 тысяча, цена не указана. X-Trail, ценника тоже на X-Trail здесь нет. Рядом спряталась Toyota Corolla Axio, 2015 год, 4 ВД, есть статистики, 650 тысяч рублей. Новая Passa, ух, такая она интересная. Интересные японские чехольчики установлены в автомобиле. Тоже автомобиль открытый. Да, даже не чехольчики, да, это такие, ну, как бы накидочки идут. Сзади тоже. Кто это, Микки Маус, а Том и Джерри, не знаю. Кнопка старт, руль обычный. Здесь, ну, видимо, девушка какая-то ездила. На автомобиле стоит он у нас 16 год, литровый мотор, 540 тысяч рублей. Стоит вот такая вот Toyota Passa. Второе, да, это накидочки идут, это не чехлы, а просто накидки. Мода, видите, Passa мода написано. Ну и, собственно, вот оно, багажное отделение, запаска, банан. В общем, вот такая вот Passa мода с задними сонарочками. Кстати, автомобиль на литье с литровым мотором стоимостью 540 тысяч рублей. Еще один Honda Freed Spike, 2011 год, 595 тысяч рублей. Ну и филдера этого мы уже смотрели. Есть даже, смотрите, Nissan NV, 15 год, 1.6, премиум комплектация, 760 тысяч рублей. Бего, 13 год, 1,5 литра, 4 ВД отключается, 795 тысяч рублей. Еще один филдер, 17 год, цена не указана. И еще один 17 год, цена не указана, 1,5 литра, 100% написано, автомобиль целый. Есть филдер 15 год, VXB комплектация, VXB-шная, аукцион, 4 балла, гибрид, обвес моделиста. Вот, но ценник тоже на этот автомобиль не указан. Есть автобусы, но тоже цены на эти автомобили нет. Друзья, еще зашли на одну стояночку, лидер это на въезде, опять сменили дислокацию. Вот, давайте посмотрим по ценам Honda CR-Z. Черный цвет, шикарный цвет, 11 год, 650 тысяч рублей. Subaru Forester с каким-то модным бампером, сонары, омыватель фар, модный бампер, вот это вот диодные огни у него горят, на зимней резине, на литье, 15 год, он еще и механика, 1 миллион 365 тысяч рублей стоит данный форик. Здесь на этой стоянке не везде сцена, здесь смысл показать то, что реально автомобилей много. Итак, стоит Везель, 4 ВД в идеале, 15 год, гибрид, аукционный лист есть, Кашкай, Nissan Dualis, 10 год, мотор 2 литра, 4 ВД, цена не указана. Стоит интересный автомобиль, их очень мало, Toyota Auris, кстати, еще один CR-Z. Auris у нас 2016 года, 1,5 литра, отличное состояние, цена не указана. CR-Z тоже без цены, Grace без цены. Филдера смотрели, вот есть, смотрите, напоминаю, есть Freed Spike, да, вот он стоит с левой стороны, это Freed Spike, а есть просто Freed. Отличие, Spike окно глухое, Freed есть окошко, Spike 5 мест, Freed там 6-7 мест, и даже есть кейкар, только цены на кейкаре у нас нету. Смотрите, есть новая королка, по-моему, как-то мы ее уже снимали, 19 год, 1.8, гибрид, новая, 1 миллион 690 тысяч рублей. В общем, заднюю часть автомобиля покажу.
седанчик, гибрид, бесключевой доступ, автомобиль закрытый. Видите, Toyota Corolla, гибрид. Corolla гибрид. Subaru Forester, ну ладно, слишком много было уже фориков, постоянно про них. Итак, Honda Free, 12 год, 1,5 литра, стоимостью 585 тысяч рублей. Honda Freed Spike. И Honda Freed, 11 год, автомат, 555 тысяч рублей. Черный салон. Кейкар спрятался, Move. Ну, а так, в принципе, да, автомобили, можно сказать, одинаковые. Ну, стопарик у них немного отличается. Что этот полторашечный 118 лошадиных сил, что этот полторашечный 118 лошадиных сил. Филдер спрятался, 4 ВД, 2016 год, 4 ВД, аукцион, 4 балла, пробег 82 тысячи, рестайлинг уже. Ну, давайте, 4 ВД. Да, ребят, нормальное состояние по кузову. Реально нормальный, не ржавый автомобиль. Филдер у нас стоит. Цена спряталась, нет цены. Есть Toyota Vitz, автомобиль 2016 года выпуска, мотор 1.3 мультируль, 4 ВД, цены нету. Давайте походим, поищем цены. Есть Prius, 20-й кузов, 1,5 литра, стоимостью 599 тысяч рублей. Есть Honda Fit, 2016 год, это, скорее всего, L-ка идет. Туманки, спойлер, 8 аэробэк, радар, механика, ксенон, цена не указана. Есть, ну, это Arctis, Subaru Trezia, это 1:1, 14-й год, 1.3, 580 тысяч рублей. Есть Honda Fit, 650 тысяч рублей. Кстати, знаете, вот говорят, там на дроме ценники отличаются и так далее. Вот данный автомобиль, кстати, его сейчас проверяли. На дроме он стоит 645 тысяч рублей. Можете открыть, посмотреть, найти его. Здесь он стоит 650 тысяч рублей, поэтому не надо там что-то говорить. И вот нюанс такой, да, вот смотрите, машина 3,5 балла, там, А, Б, да, вот это настоящий аукционный лист. Вот, но как бы есть такое небольшое несовпадение. То есть я все это говорю к тому, да, то, что продавец стоит, говорит, да, ребят, машина не бита, не крашена. По факту находятся какие-то крашеные детали. Вот сейчас продавец, ну, реально, он сам об этом не знал. А по факту, есть подкрас, смотрите. То есть аукционник вы все видели? Аукционник все видели. Вот оно, да? Вот откуда оно взялось здесь? Страшного в этом ничего нету, да? Но почему-то в аукционе это не указано. Может быть, это есть в переводе. А еще переводом не занимались. Сейчас будем, вот только-только закончили. Вот это сейчас будем все смотреть. Ладно. Дальше стоит Subaru Forester. Почему его берем? Потому что у него интересный пробег. А пробег у него 50-53 тысячи. Стоимостью 1 миллион 280 тысяч рублей. Mitsubishi RVR. Ну вот как-то не особо их почему-то спрашивают. Синий цвет, зимняя резина, литье. Автомобиль 2010 года выпуска. Цена на нем не указана. Мини-джипик, это Pajero у нас. Мини-Pajero. Итак, значит, в сером цвете, стоимостью 380 тысяч рублей. Объем двигателя 0,7, он идет турбо. Дальше у нас спрятались, это Spade, это новая Sienta, Freed Spike, мини-басики, мини-бусики. Итак, Spade, Toyota Spade, 559 тысяч рублей, 14 год, 4 балла. Toyota Sienta, 17 год, 1,5 литра, 7 мест, 799 тысяч рублей. Honda Fit Shuttle, 2015 год, 1,5 литра, 785 тысяч рублей. Дальше Hi-Jet, 16 год, 0,7, 4 ВД, комплектация GL, 379 тысяч рублей. Nissan Days, ну это Mitsubishi, то же самое. Климат-контроль Sonara, 320 тысяч рублей. Еще один Honda Freed Spike в черном цвете. Автомобиль черного цвета, 2010 год, 599 тысяч рублей. Nissan X-Trail,
2012 год, конструктор 2 литра. Ребят, ну вот смотрите, конструктор, да, комплектация, XTT, хорошая комплектация. Этот автомобиль, у которого нет документа, вот, грубо говоря, без пошлины, да? То есть вы представляете, если бы у нас не было пошлины, сколько бы стоил автомобиль? Вот такой бы X-Trail, который 2012 год, он будет стоить миллион, а то и больше, 455 тысяч рублей. Следующий автомобиль — это грузовой вариант для бизнеса, куда-то Mazda Bongo, 13 год, 12 месяц, без пробега, 4 ВД, 2 печки, цена 699 тысяч рублей. Что у нас там еще есть? Вот какие-то грузовики подогнали. Ванет, 14 год, 12 месяц, 619 тысяч рублей. Ну, смотрите, крыши как такой в автомобиле нету, да, но тем не менее на автомобиль установили вот такой вот багажник. Видно то, что автомобиль пришел, его не готовили, то есть если бы его готовили, кузов у него был бы, наверное, весь выкрашен. Ну, вот, допустим, я не ручаюсь за это, но, возможно, данный автомобиль его подкрашивали. Бонго, 13 год, без пробега, 619 тысяч рублей. Эксквайр, еще один Эксквайр, установлено литье, летняя резина, хром ручки, 8 мест, ну, цена на нем не указана. Друзья, ну будем выходить со стоянки. Видео уже получается довольно долгое. Я думаю, все увидели то, что автомобили реально есть. Вот, допустим, вот эта первая стоянка на въезде, она забита полностью. То есть, видите, свободных мест на стоянке. А, нет, даже вот на дороге стоят автомобили. Ребята, на сегодня будем заканчивать. Выезжаем с авторынка. Погода что-то окончательно испортилась. Вот, кому понравилось, не забываем обязательно подписаться, вот, пальцы вверх, написать комментарии все прочитаем, по возможности, конечно, на все ответим, но читаем все. Вот, на сегодня все, всем пока!